определении победителей учитывалось количество и качество отзывов, а также рейтинги отелей, достопримечательностей и ресторанов по всему миру более чем за год. Первые три места в российском рейтинге заняли Санкт-Петербург, Москва и Казань. Сочи на шестом месте. Как уточнили составители рейтинга, в 2014 году внимание всего мира было приковано к Сочи, который принимал зимние Олимпийские игры. Но еще до этого ажиотажа курорт был популярным туристическим направлением у тех, кто хотел отдохнуть на русской ривьере у Черного моря. Также в списке российских направлений в этом году появились Челябинск, Красноярск и Нижний Новгород.